Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет о покупках детской одежды на осень и зиму. Моему сыну на данный момент времени 3 года и 2 месяца уже. И рост у нас 98 сантиметров. Некоторую одежду мы покупаем на... Хотя нет, почти всю одежду мы сейчас покупаем на рост 104. Или если такой диапазон в одежде, 98-104. А обувь мы покупаем размера 25-26. Ну что, начну показывать, что именно мы купили. Начнем вот с такого костюма. Это рубашка и жилетка. Это магазин LCY Kiki. И рубашку можно было приобрести отдельно, и жилетку также можно было приобрести отдельно. Это 100% катон. Симпатичная такая рубашка, сейчас вам покажу. 100% катон. Тут такая рубашка, карманчик тоже имеется. На нем вышита буква W. И пуговички синие на рубашке и жилетки, они очень подходят. Я думаю, для новогодних праздников, которые уже совсем скоро к нам придут, будет отлично смотреться. И рост мы брали, вот как я говорила, 98-104 и 3-4 года. Такой, чтобы был такой джентльмен. Люблю, когда он такой красивый и нарядный. Я буду показывать, как вы уже поняли, по мере похолодания, что ли, так сказать, по температурам. Следующая покупка – это магазин Ашан. На удивление, ихняя марка, их марка и In Extenso называется, не знаю, как точно. Вот такая вот золотистая, симпатичная жилетка. На ней нет ни карманов, ничего, никаких надписей, и мне это нравится. Она золотистого цвета, внутри подкладка черная. А еще больше, тут можно написать телефон. В общем, и что мне понравилось? Во-первых, это цена, она стоила 300 гривен. Во-вторых, то, что она такая толстенькая, дутая, внутри синтепон. И эта ткань заявлена как водонепроницаемая. И мне это понравилось. И что я вам скажу, что мы уже ходили в ней, когда капал дождик. И да, таки да, капли отлетают. Хорошая вещица, всем рекомендую. Следующая покупка — это куртка. Далее пойдут куртки. Первая куртка для теплой осени, когда тепло. Это вроде как следующий этап после тоненьких ветровок или кофт, которые мы носим, и поверх них носим жилетки. Вот такая куртка. На сайте называется, если не ошибаюсь, Марк. Куртка Марк. Там, кому интересно, я оставлю ссылку на этот сайт. Так не буду, потому что это не реклама, но просто мое мнение о магазине. Спрашивайте, если интересно. Это Украина. Куртка Марк, если не ошибаюсь, по-моему, да. Стоила она до 500 гривен. Не буду врать, не помню. Мы делали большой заказ. Вот такого цвета, не знаю, сине-бирюзового, такого интересного. Внизу резиночка, она синего цвета, и на рукавах такая же резиночка, она синего цвета. Тут имеются карманы, достаточно вместительные. Кнопка на кнопочках, карманы. Симпатичная. Подкладка вот такая же, темно-синяя. Спина просто такая простроченная. И капюшон тоже на резиночке, вот такой синенькой. И тут такая кожаная вставочка, как и тут. Иди классик там. Вот такой дизайнерский ход, что ли. Капюшон хороший. Рост мы брали 104, как я уже сказала. Капюшон хороший. Голова влазит, и шапка с бомбоном тоже влезает. Что хочу сказать. Куртка отличная. Пошита качественно, хорошо. И довольно симпатичная. Следующая куртка уже дальше. На температуру попрохладнее. Если это, допустим, до плюс 13, наверное. Если под нее еще надеть какой-нибудь свитерочек, то это плюс 13, плюс 12. Далее идет вот такая курточка, называется она Кар, и вы как бы понимаете, почему она так называется. Вот такая веселенькая, яркая. У нас, если честно, на малыша нашего
Ну, ни разу не брали таких курс, чтобы был дикий принт. Обычно там бывают штаны, кофточки, но чтобы верхнюю одежду, мы такого еще не делали. Но увидев эту, мужу она очень понравилась. Я, конечно, сначала была немного в шоке от этого, но потом присмотрелась, и да, интересненько, веселенько. Вот такие машинки на ней, принт, тут такие кармашки, очень вместительные. Ткань похожа на плащевку, но называется она, чтобы не врать вам, где-то я даже написала себе, ага, 100% нейлон, вот, нейлон. Внутри синтепон, она по толщине чуть, наверное, в два раза где-то толще, чем предыдущая куртка. Вот, внутри, может, чем лучше, внутри у нее флисовый подклад. Настоящий флис, тепленький, рост мы тоже брали 104. Такая яркая, симпатичная курточка. Тут капюшон, и он сделан на резинке. Вот тут такие штучки можно запросто регулировать. И далее мы переходим к самому интересному. Это холода, когда уже начинается зима. На сайте большое разнообразие зимних комбинезонов. Именно комбинезонов, комплектов, когда идет комбинезон и куртка. По-моему, там нет цельных комбинезонов. Ну, мы, впрочем, и не хотели такое. Мы хотели штаны и куртку раздельные. Потому что у нас куртка еще осталась с предыдущего года. Это куртка фирмы Reike. Кому интересно, могу показать ее в каком-нибудь из видео. Очень классная куртка, но единственный минус у нее, что, хотя может это и плюс, что она для таких морозов именно, минус 15, минус 10, в минус 5, в ней уже жарко, даже в тоненькой кофточке на майке, совсем вот как моя рубашка, если надеть и сверху эту куртку, мне очень жарко, ребенок потеет. Поэтому нам нужно было что-то, что ты носишь, а у нас теплая зима, нам повезло, живем на юге. Так вот, это вот такой комбинезон, интересный, внизу резинка, сбоку такие вставки салатовые, яркие, какие-то штучки на змейке, лямки регулируются, что очень удобно, он на синтепоне, вверх также ткань нейлон, и в куртке, сейчас покажу вам куртку, вот такая куртка замечательная. Также вставки, тут кармашки настоящие, не обманки. Тут удобные кнопки, капюшон. Сзади такая надпись прошитая, очень неплохо. Смотрите, какая качественная прошита. Это тоже Украина, я не сказала. Тут мех, симпатичный, натуральненький мех. Обалденная вещь. Змейка, тут я уже... И внутри вот такая вот овчина, которая съемная. Тут имеется змейка. Вот она. Снимается. И под ней вот такая подкладка флис остается. То есть на мороз мы можем пристегнуть овчину. И если не совсем уж мороз, то надеть просто ту куртку. На рукавах резиночки вязаные такие. Тут тоже капюшон регулируется. Такая симпатичная куртка. И, в принципе, качество за такую цену я очень довольна. Потому что этот весь костюм стоил 1200 гривен. И последнее, что я хотела вам показать сегодня, это обувь. Зимняя обувь, но на теплую зиму, не на морозы и не на такой снег, а такая городская теплая еврозима. Сейчас покажу почему. Вот такие синенькие, симпатичные. Подошва хорошая, хорошо прошитая. Тут такая декоративная отделка. Мне очень понравился такой обивочный материал. Интересный. Шнуровка, подкладка, видите, искусственная. То есть не на сильный мороз. Покупали мы по смешной цене в магазине, так называемом конфискате. Их на Украине сейчас много. Спасибо всем за просмотр. Хорошего всем настроения. И пишите обязательно комментарии. Жду их с нетерпением. Всем пока-пока и удачи!